Те, кто на грани выживания, пенсионеры и инвалиды в отчаянии подают иски к Кабмину. Чего требуют от правительства и чем правительство отвечает? Подробнее Алла Матюшок. 80-летняя Нина Иванова судится с Кабмином за свою законную пенсию. Женщина болеет и не может выехать из оккупированного Донецка, чтобы переоформить выплаты. С сентября сидит без копейки. Ни продуктов, ни лекарств. Выжить помогают соседи и волонтеры. Она хочет отмены постановления. Признать его незаконным и отменить, чтобы ей возобновились выплаты. Только в окружном суде приступили к рассмотрению этого дела, как посыпались новые иски. Еще один от пенсионера из Луганской области. Есть и коллективное обращение граждан Донбасса. Все заявления объединили в одно производство. Суд перенесли на конец января. Мы сейчас подготовили обращение в Европейский суд по правам человека и уже подали обращение от 50 депутатов в Конституционный суд. Из 800 тысяч стариков Донбасса только треть получают пенсии. Остальным выплаты и не светят, даже тем, кто сможет выехать с оккупированных территорий. Вот почему Кабмин теперь требует предоставить справку о временной регистрации на территории, контролируемой Украиной. Без этой бумажки денег не видать. Уряд розірвав цей пенсійний туризм. Він фактично примушує людей до імміграції. При фронтовій зоні, на лінії розподілу, вже є цілий бізнес на цій сфері. Людина, яка просто не може пересуватися. Людина, яка не бачить. Людина, яка не здатна себе доглядати. Треба шукати ще одне інше рішення. Но в Минсоцполитике ищут решение проблемы. Однако упрощение процедуры повлечет за собой другие сложности. Иншого питання, як вирішити це проблему, немає, не існує. Держава не може забезпечити виплату коштів на території, яка не підконтрольна. Одинокие инвалиды, пенсионеры, обездоленные жители оккупированных городов ждут быстрых решений от кабинета министров. Другого правительства у них нет. Алла Матюшок, Ольга Клюева, Игорь Антонюк. Подробности телеканал «Интер».